курсе. Воспоминания. Грань. Лето 2016. Любопытно. Я начал экспериментировать. Я приводил себя в состояние на грани гибели вновь и вновь. Когда угодно я могу оставить этот мир, продолжать существовать без меня. В любом случае, пока я достаточно решителен, чтобы жить, я могу вернуться назад. Эй, Азриэль, сюда! О, господи, Чая, что ты творишь? Зацени! Чара! Чара, Чара, прошу, будь в порядке! Ух ты, Азриэль, с каких пор ты прыгаешь вот так? Что, мать твою, с тобой не так? У тебя больное чувство юмора. И если бы я не поймал тебя, я бы не смог жить с этим. Эй, Азриэль, ну, ты прав, это было безответственно с моей стороны. Не волнуйся, я избавлю тебя от этого воспоминания. Вон он, Азриэль, вид, от которого и помереть не жалко. Не смей! Азриэль, что ты делаешь? Прости, я понятия не имею, что только что на меня нашло. Просто у меня внезапно появился ужасный страх, словно ты можешь упасть так проидеально. Что со мной? Стой, но... как-то возможно. Ага, очень глупо, согласен. Ты даже примерно не был в опасности. Ха, правда? Это глупо. Но твое беспокойство миленькое. Эй, Чара, ты когда-нибудь... Неважно. Лето 2017-го. Храбрость. Азриэль, вставай. Уже перевалило за 10. Сегодня же суббота. Напстаблук запостил кое-что, но тут же удалил. Плохо. Его музыка и правда хороша. А это и не музыка. Он сказал, что кое-что свалилось в руины. И с того самого времени не постил ничего больше. Тут упал в руины? Что-то да, и упало. Может, наведаемся? Если честно, то я немного нервничаю. Неудивительно, ты же всегда нервничаешь. Вовсе нет, просто я не могу перестать думать о том, что случилось в прошлый раз, знаешь? Чего отстаешь? Просто я собираюсь с мыслями. Значит, ты думаешь о том же человеке тоже? А, да, жалко. Если мы найдем другого, то стоит... Шшш! Азриэль? Эй, не так быстро. Ази... А? Еще монстр. Я не боюсь тебя, монстр. Гляди, это человек. И он в порядке. Разве он не лапочка? Блеск. Приготовься умереть, монстр. Уверен, что хочешь сразиться со мной. Я же большой, злой монстр-босс. Хорош прикалываться. Ох, посмотрим. Я повергну тебя и твоего миньона. Миньона? А ты уверен, что хочешь так рисковать? Вместо этого можешь подружиться. Конечно, ты можешь подружиться. С моим кулаком! Паф-паф, бум! Азриэль! Чара, помоги! Не могу, идиот! Быстрее, используй целительную магию! Прости, я всегда... Все плачу. Я не думал, я имею в виду, он же просто монстр. Треск. Убийца! Схвати. Шкреп. Убийца! 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 Что-то не так? Азриэль, схватил. Не забывай, что люди убийцы. Что? Но ты же... Если мы встретим человека, держись подальше от него. Будь начеку и не вмешивайся, ты меня понял? Хорошо, но почему... Хорошо, но почему... У меня дурное предчувствие. Тот человек был уже безвреден, но нам может не повезти вот так снова. Ты серьезно думаешь, что мы найдем человека? Просто держись позади меня, на всякий случай. Чара, ты что, плачешь? Чего? Нет. Ты откуда этот звук? Что? Чара?
Нет, не приближайся ко мне! А? Невероятно, ты помнишь. Значит, ты точно знаешь, что натворил. Эй, погоди, еще один человек. Он просто что ненормальный. Поручи это мне, Азриэль. Нет! Крэп. Не приближайся, иначе я. Или ты что? Или я убью и тебя! Храбрые слова со стороны труса. Заткнись, я не боюсь тебя! Ты сам худший монстр из нас всех! Чара! Я не дам тебе навредить, Чара. Ты... Нет, я не хотел ранить его снова! Чара... Азриэль! Помоги! Азриэль, зачем? Зачем ты полез? Прости, я просто хотел защитить тебя. Ты и есть тот, кому нужна защита! Держись, я смогу это исправить. Я исправлю это. Ты был прав. Люди, правда, опасны. Азриэль, сохрани решимость. Ты останешься в живых. Ты будешь помнить. Как удачно, теперь ты в безопасности. Держись. Удачно. Бип-бип-бип. Главная горячая линия помощи. Пожалуйста, пишите вашу проблему. Это Чара. Мы в руинах, и нам нужна помощь. Азриэль атаковал человек. Слышал, что другие говорят. Насчет найденного безнаватого человека. Ага. Марни сказал, что принц Чара запер его где-то неподалеку. Ни в коем случае принц бы никогда не подверг нас такой опасности. Зрель. На помощь. Нет, сбросить, вернуться, прошу, я... Мой план провалился, не так ли? Шайнинг. Успокойся, Чара, все будет хорошо. Чара! Да ты ж бледный, как бумажный лист! Что случилось? О нет, это я виноват. Не надо было оставлять тебя ходить на морозе без пальто. Прости меня, Чара. Не волнуйся, я исправлю это. Азриэль, Чара, это вы там? Да, секундочку. Азриэль, не стоит. Вот так. Как я могу тебе помочь? Азриэль. Да? Я же говорил, что человек атаковал меня. Атаковал? А, да. Ты, наверное, упоминал что-то подобное. В общем, я продрог не совсем из-за холода. Кажется, человек ранил меня сильнее, чем я думал. Мне нехорошо. Но мне казалось, людям нипочем атаки других людей. Люди убивали друг друга тысячелетиями. Мне следовало быть аккуратнее. Или быстрее. Но ты обязан быть осторожным. Прости. Прости, не защитить тебя от этого выродка. Я... Ты прав. Тебе нужно что-нибудь? Мне нужна душа этого человека. И отдых. Лучше принеси мне повязку и лед для ноги. Хорошо, я туда и обратно. Стой! Не говори родителям про человека. Но... Мы можем рассказать им вместе. Чёрт. Позже, когда мне станет лучше. Обещай мне. Ладно. Спасибо, Азриэль. Я скоро. Не понимаю. Клик. 11:58. Принц Чара, что привело вас сюда в столь поздний час? Я должен поговорить с человеком. Прошу, не вмешивайтесь, пока я не позову вас. А? Но нам запрещено. Не заставляйте меня повторять. Так точно. Чара. Подъем, вредитель. Не смотри на меня так. Почему ты это сделал?
Тебе было невыгодно воскрешать меня? Тогда зачем? Отвечай! Тебя поймали? Казнили? Или ты просто ощущала вину? Невероятно. Ты думаешь, что сможешь справиться со мной актом милосердия? Это бред. Дав мне второй шанс, ты лишь увеличишь вероятность своей гибели. Да что с тобой такое? Почему ты так поступаешь? Глупому выродку вроде тебя не понять, насколько важное возмездие зависит от нашей крови. Все люди должны умереть, включая тебя и меня. Заткнись! Слэп. Никому не нужно умирать! Но многие уже успели. До этого момента! Я не позволю тебе убить кого-то еще! Это вызов? Это клятва! Что ж, герой, у меня есть несколько дел, которые я должен завершить перед твоим убийством. Наслаждайся своей беспочвенной фантазией, подожди! Пока можешь. Ты так и не сказал, почему ты это делаешь! Эй, стой! Спасибо за ожидание, стражники. Можете вернуться к своим постам. Крэк. Чара. Азриэль, что ты делаешь в гостиной? Я проснулся, и тебя не было. Куда ты ходил? Я просто проверял нашу маленькую нагрузку. О, Фриск в норме? В норме, к сожалению. А тебе уже лучше? Не хочешь чашечку чая? Нет и нет. Погоди. Я иду спать. Спокойной ночи. Осень 2021-го. Порядочность. Чара. О, Азриэль. Не спится? Думаю, мне стоит задать тебе тот же самый вопрос. Почему ты проснулся? Сейчас середина ночи. Просто захотелось немного ромашки. Тут еще немного осталось, если ты... Чара, что случилось? От тебя и вправду ничего не утаишь. Не так ли? Это же очевидно. Что происходит? Ты можешь рассказать мне. Ты уверен, что хочешь знать? Да, конечно. Сегодня я нашел человека. Живого? Да, но с ней явно было что-то не так. Она была безрассудна. Несмотря на все мои попытки вести, она отказывалась слушать меня. Толкнул. И, как порядочный гражданин, я настоял на том, чтобы она слушала мои указания. Человек продвинулся без моей помощи. Вскоре она была уже в середине одной из ловушек. И тогда... Пошатнулся. Боже, боже, боже. Эти ловушки должны были выглядеть жутко, чтобы мы были в безопасности. Что-то подобное, оно... Нет. Я не должен был ничего говорить. Не уходи, схватил. Не уходи! Это не твоя вина. Ты слышал? Она умерла по моей неосторожности. Нет, это был инцидент. Я убил это ее. Это был инцидент. Ужасная. Упала. Жутчайшая трагедия. Я уверен, я знаю, что ты не мог. Азриэль, посмотри на мою ладонь. Эти руки похоронили чужое тело. Осознавая это, сможешь ли ты все еще любить меня? Не спрашивай, у меня такое. Конечно, конечно, я смогу. Какое облегчение. Я уже было начал сомневаться. Наклонился. Спасибо, что выслушал, Азриэль. Я рад, будто гора с плеч. Мне не составит труда избавить от этой ноши и тебя. Стук. Избавить? Этого разговора никогда не происходило. Сладких снов, хранитель. Итак, для того, чтобы пояснить, автор, получается, перевел историю из формата комикса в формат фанфика, поэтому продолжение где-то в фанфиках. А комикс на этом все. Спасибо за просмотр. С вами Сэнпай. Еще услышимся.